Ребята из старших классов из частей российского флага составили букву «Z», чтобы выразить поддержку нашей армии и президенту России Владимиру Путину. Это символ единения народа. Он означает поддержку вооруженных сил и решений президента. Он призван сплотить нас в этой непростой ситуации. Отсюда и лозунги «За победу, за единение». Акции стали проводиться на регулярной основе в последнее время. Патриотизм возрастает, и каждый хочет выразить свою гражданскую позицию. В частности, в городском округе Пушкинский такие акции проходят уже второй день. Завтра такая же акция пройдет в городе Красноармейск на Центральной площади. Каждую неделю в округе автолюбители выражают свое признание президенту и армии автопробегом. В субботу он пройдет в Ивантеевке.